Коляска дребезжит, все трещит. Пошла на работу, давай скорее открывать окна, давай пол. Ну, это объективно, это факт, как вы слышите. Значит, возможность варианта графики, в том числе и капремонта. То есть по текущему ремонту вопросы прорабатываются. Так, Сергеевич, это вообще идет просто по ремонту. Да, потому что освещение с той стороны, в принципе, есть. И мы да. Тем более, что у нас в городе денег, больниц, а сколько и так далее. То есть, ну, много денег. Решая одну проблему, освещение тротуара, можно породить.